Центр избирком представил логотип президентской избирательной кампании. В нем графически обыграны и год выборов 2018 и дата 18 марта. Дополнение – развивающаяся лента в цветах российского флага. Логотип разработала выигравшая конкурс пиар-компания «Има Консалтинг». 29 ноября Центральная избирательная комиссия презентовала региональным избиркомам концепцию информационно-разъяснительной деятельности предстоящих 18 марта 2018 года выборов президента. В селекторном совещании приняла участие Севастопольская городская избирательная комиссия. Стоит отметить, что жители города-героя будут впервые выбирать президента России. Примечательно, что выборы состоятся 18 марта, в день возвращения Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации. По словам председателя Севастопольского избиркома, концепция информационно-разъяснительной деятельности предстоящей избирательной кампании будет состоять из трех блоков – информационного, разъяснительного и мотивационного. Каждый из этапов рассчитан на один месяц. Вот, будут представлены образцы печатной продукции, которые будут размещаться на билбордах, ситилайтах. Будут представлены образцы аудио-видеороликов и единый бренд президентской кампании. Сразу после принятия решения о назначении выборов, его официального публикования, мы разместим такого рода материалы на, возможно, большем количестве информационных плоскостей в городе Севастополе. Председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Элла Памфилова сообщила, что Центр избирком подготовил значки с логотипом президентской кампании для всех членов участковых избирательных комиссий, которых в общей сложности в стране насчитывается 880 тысяч человек. «Поскольку мы повернуты на экологии, значки изготовлены из вторсырья», – заметила председатель ЦИКа. Она также добавила, что по телевидению и радио, в том числе и в интернете, будут транслировать подготовленные «Има Консалтинг» ролики, рассказывающие о выборах президента. «У нас будут и с юмором видеоролики, и разной стилистики. Я надеюсь, что скучно не будет», – подчеркнула Элла Памфилова. По ее словам, население России должно быть максимально информировано о предстоящих выборах президента.